Друзья, здравствуйте. Алексей Гоман меня зовут. Вы на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. По традиции сегодня снова с нами офицер армии обороны Израиля, бывший сотрудник израильских спецслужб, военный историк Григорий Тамар. Господин Тамар, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Взаимно, господин Тамар. Не могу не сказать, что на днях исполнилось полгода с момента одного из самых страшных терактов последних лет, нападения Хамас на Израиль. Уже 6 месяцев ваш народ борется за свое существование. И по традиции желаю мужества вам и вашему народу. Благодарю вас. Я в ответ хочу пожелать в эти непростые для Украины дни стойкости вашим солдатам и офицерам, и мужества вашему народу, терпения и веры в победу. Мы еще обязательно вернемся сегодня к теме войны на Ближнем Востоке. Друзья, вы знаете, с нами господин Тамар сегодня обязательно будет интересно. Уже, пожалуйста, нажмите на лайк, пускай большее количество людей увидит нашу сегодняшнюю беседу. Это несложно, палец вверх. Ну и лучшей благодарностью за то, что господин Тамар регулярно находит для нас время, будет подписка на его YouTube-канал, ссылку найдете в описании. Ну и не забывайте, Дмитрий Гордон, Олеся Бацман в гостях у Гордона для того, чтобы ничего не пропускать. Уже раз начали с Израиля, давайте эту тему продолжим, потому что об Израиле заговорил один из главных идеологов Путина, идеологов русского мира, военный преступник, пропагандист Александр Дугин. Он сделал сенсационное заявление о том, что Иерусалим – это русский город, и им будет править, вот цитирую, «русский царь всех царей». Иерусалим – это русский город, мать всех городов, и Иерусалим будет русским, или же его не будет вообще. Конец цитаты. Ну вот такое сделал заявление Александр Дугин. Честно говоря, мне даже сложно сформулировать вопрос, господин Тамар. Возможно, у вас есть мысли по поводу вот этого тезиса, что он может означать? Ну, вы знаете, я, наверное, использую этот вопрос, вот этот повод, как некую платформу, которая позволит мне вот наконец-то отхлестать по щекам всех вот этих вот квасных патриотов русского мира, вот этих вот псевдо-патриотов, псевдо-России, потому что есть настоящая Россия, есть настоящие патриоты России. Вот есть Юрий Шевчук. Вот Юрий Шевчук – это настоящий патриот России. Есть бойцы, которые с оружием в руках, рискуя жизнью каждую секунду, борются за настоящую Россию. А есть вот такие вот, вы знаете, я даже не могу его назвать его псевдоинтеллигентом, ну, не знаю, назвать его псевдопрофессором. Ну, давайте по порядку. Ну, я понимаю, что нас слушают разные люди, в том числе нас слушают и, так сказать, поборники русского мира. Ну, вот я сейчас пройдусь по всем их скрепам, вот так, чтобы вот эти все косточки поразмять их. Вот на самом деле военно-политически Советский Союз же холодную войну выиграл. Он экономически ее проиграл, а геополитически он ее выиграл. Но было одно место, вот везде они победили. Вот во Вьетнаме победили, на Кубе победили, в Африке победили. В Южной Корее, ну, была такая ничья, скажем, да, но учитывая обстоятельства, можно сказать, что победили, да. В Восточной Европе победили. А вот на Ближнем Востоке проиграли. И то несколько раз и позорно. И было такое маленькое государство, которое как заноза в заднице у этого Советского Союза. А я подчеркиваю, ведь Владимир Владимирович, он же не просто так говорит, что Россия правоприемница Советского Союза. Давайте вот будем последовательно эту тезу Владимира Владимировича не подвергать сомнению. И вот как заноза в заднице вот этот маленький Израиль. И в 56-м году хваленую советскую технику он посрамил. И в 67-м году он просто камня на камне не оставил от советской доктрины. Потом война на истощение на Синайском полуострове за 4 года, с 67 по 71 год, погибло более 200 советских офицеров. Чего они туда приперлись? Кто их сюда звал? Кто их сюда звал? Это вот эти все вот там люди, которые сейчас мне будут рассказывать про то, как бендеровцы убивали евреев, да? А сколько вообще крови здесь в еврейском государстве было пролито
из-за того, что своим рылом свиным лез сюда Советский Союз, как не как слон в посудную лавку, а как кровавая свинья в посудную лавку, вот лез сюда и сеял здесь ненависть и разрушение, и войну. И организацию освобождения Палестины он создал в 1964 году. Уже Советского Союза нет, а проект работает. И палестинский народ они придумали. Но вот мы в 1967 году их отхлестали по щекам. Потом войну на истощение 4 года мы сбивали МИГи с советскими летчиками. А потом в 1973 году мы сбивали те же самые МИГи и уничтожили их суперсовременную систему ПВО. Так вот так, как мы их отхлестали по щекам 50 лет назад, никто, нигде и никогда Советскому Союзу не давал отпора. Может быть, за исключением Афганистана. Может. Теперь, давайте разберемся дальше. Вот господин Дугин, он же на самом деле сказал правду. Вот мы, вот высказался по этому поводу один из российских беглых олигархов еврейского происхождения, не буду называть сейчас его фамилию, что якобы Дугин сошел с ума. Нет! Он наконец-то правду сказал. Надо слушать их. Они в это верят реально. Реально в это верят. Я скажу, что около 10 лет назад мы с моим другом и тогдашним партнером сели писать приключенческий роман, написали пародию на детектив, на шпионский детектив, где вот описывалась как раз вот эта концепция российская. Ведь они же, у них же на этом цивилизация построена, что Москва – Третий Рим. Понимаете? То есть они же воры, цивилизационно воры. И фундамент тоже надо украсть у кого-то. То есть свой фундамент выстроить не смогли, значит, надо украсть у кого-то. Третий Рим. Значит, господин Дугин просто, понимаете, они вот очень фрагментарно получали образование. Вроде бы они начитанные люди, но какие-то книжки они не те читали. Я хочу напомнить господину Дугину, что вообще-то вот 3000 лет назад, когда не просто русских не было, когда вообще в Европе как бы цивилизации не было еще, вот здесь, на Ближнем Востоке, была цивилизация. Разная. При этом евреи не самые древние. Есть намного более древние, просто они не сохранились. А евреи сохранились. И вот 3000 лет назад правил царь Давид. Так господин Дугин будет мне утверждать, что он был русским. Так знаете как это? У него была одна часть тела обрезана. Так, может быть, господин Дугин будет говорить мне, что это старинный русский обычай? Ну, мне, как медику и как еврею, это вдвойне будет смешно. Понимаете, бывает у кого-то крайняя плоть обрезана, а бывает у кого-то мозги обрезаны. Вот когда крайняя плоть обрезана, это религиозный обычай. А когда мозги обрезаны, это медицинский диагноз. Это уже ничего с этим не поделаешь. Когда у одного человека медицинский диагноз, ну, это полбеды, ну, хворь, да. А вот когда у целого народа медицинский диагноз, вот это уже катастрофа. Особенно, если народ многочисленный, имеет ресурсы и атомное оружие. Так вот, надо таким людям, как Дугин, верить на слово. Они, то, что вот они транслируют, они это и хотят предпринять. И я сейчас вот обращаюсь как раз к израильтянам. Вот, дорогие друзья израильтяне, вот у нас есть Иудея и Самария, там палестинская автономия. Там есть много арабов, носителей русского языка, которые учились когда-то в СССР. Вот с этими арабами активно работает советская, она же российская, разведка для того, чтобы создать здесь очаг нестабильности и поставить свою тяжелую московскую пету вот сюда, в Иудею и Самарию, нам с вами под нос. Дуже часте питання до мене. Як я став успішним та багатим? Просто я прожив таке життя і отримав такий досвід, який привів мене до того, що я зараз маю, і я дуже вдячний за це. Я впевнений, що кожен, хто прожив би як я і зробив власні правильні висновки, міг би стати таким успішним, як і я. Але щоб отримати досвід Дмитра Гордона, вам не обов'язково повністю проживати моє життя.
я запускаю особисте наставництво «Ближнє коло». Це не тренінг і не навчання. Це відкриття багатьох дверей, які вам здаються зачиненими. Кількість місць обмежена, а учасників я буду обирати особисто через анкету. Це мій практичний досвід та досвід моїх друзів, який ви зможете реалізувати у власному житті та бізнесі. Серед моїх друзів та експертів – неймовірні люди, які багато досягли в своєму житті. Щоб заповнити анкету та дізнатися більше про програму, переходьте за посиланням. Они не смогли нас победить в открытых войнах, вот они пытаются спецоперациями, не мытьем, так катанье. Понимаете, они в открытом бою победить не могут, так они отравят. Ну, это ж в старой доброй традиции лубянки. Вот, поэтому, смотрите, на самом деле ничего смешного нет в действительности. На самом деле маски сброшены. И когда мне начинают рассказывать, что в Украине антисемитизм, потому что там был Бендера, да слушайте, Бендера, не Бендера, а вот цивилизация, как бы вот эта вот Московская империя, она по своему фундаменту, она замешана на антисемитизме. Как раз вот, между прочим, если уж на то пошло в историю так копнуть, вот Киевская Русь как раз, как модель, она была мультинациональная. И там проживало огромное количество просто, если не сотни, то многие десятки самых разных народов, и евреи в том числе, между прочим. А вот как раз московская цивилизация, она фундаментально базировалась на юдофобии. Это была одна из составляющих. И Черная сотня, и Союз русского народа, это вот как раз проект как раз вот Российской империи. Поэтому мне не надо еврею рассказывать про то, учить меня, кто там больше антисемит, где, когда был. Да? Это я вот нашим кремлевским друзьям. Теперь, знаете, мне так смешно, вот у нас сейчас идет война. Кровавая, страшная, жуткая война. Израильская армия демонстрирует очень высокий уровень профессионального мастерства и предпринимает огромные усилия, чтобы минимализировать потери среди палестинского мирного населения. И вот, ну, признать этот факт они же не могут. Они не могут признать факт, что евреи хорошо воюют. Ну, то есть, даже когда мы сбивали их МИГи, они этот факт признать не могли. То есть, мы жгли их МИГи десятками, а они все равно продолжали там вот что-то там гундеть, да? То есть, ну, то, что сами они воевать не умеют толком и побеждали всегда не как Суворов учил, не числом и умением, они побеждали всегда не умением, а числом. Вот. Ну, сейчас сказать, что да, вот действительно есть некий факт, неоспоримый, признанный всеми военными экспертами мира, что Цахал демонстрирует очень высокую боевую выучку, что на самом деле потери среди мирного населения палестинцев, они очень низкие, они признать это не могут. И они вот придумывают различные небылицы, транслируют их, начинают их сами верить. Про какие-то миллионы убитых палестинцев, про тысячи убитых палестинских детей. Ну вот такую вот ересь откровенную, понимаете? Притом, я говорю, а откуда вы это знаете? А мы это знаем, потому что это опубликовало Министерство здравоохранения Газа, то есть Министерство Хамаса. Ну, Хамас – это же надежный источник. Ну, как бы, на самом деле, ну вот как у нас есть Лавров – надежный источник, там есть Хамас – надежный источник. Они по надежности примерно сопоставимы. Вот. Ну, смотрите, мы народ древний, мы много пережили, мы фараона пережили, мы Гитлера закопали. Ну, ничего, давайте посмотрим, кто, у кого запас прочности больше, у еврейского народа или у русского фашизма. Ну, время рассудит, история расставит все на свои места. С евреями не надо ссориться, с евреями надо дружить. Вот когда с евреями дружишь, евреи поставят бесплатно, вот как в африканские страны, технологии по орошению почвы, современные технологии сельского хозяйства. Евреи, вот, допустим, бесплатно лечат в израильских больницах детей из Африки с пороками сердца, неизлечимыми там. А у нас их оперируют. Поэтому с евреями дружить хорошо, с израильтянами дружить хорошо, воевать плохо. Потому что, как оказалось, у нас летчики лучше, чем советские летчики. Танкисты лучше, чем советские танкисты.
Разведчики лучше, чем советские разведчики. Знаете, когда всерьез американцы стали воспринимать Израиль? Когда закрытый протокол с доклада 20-го съезда коммунистической партии на следующий день сотрудники Моссада передали ЦРУ. Тогда американцы так приподняли бровь, да ладно, серьезно, евреи так могут? Ну, значит, надо прислушаться к этим ребятам. Что-то, значит, там неспроста. Не все так однозначно. Не все так однозначно. Вот, поэтому смотрите, вот сейчас отрадно мне, как израильтянину, как антифашисту убежденному, мне отрадно, что впервые за войну между Россией и Украиной посол Украины в Израиле заявил официально, что впервые за время войны он доволен уровнем и форматом сотрудничества израильской и украинской разведки в плане обмена информацией и оптимизации опыта. Ваш посол, который многократно, очень резко и не всегда дипломатично критиковал наше государство, если уж он, так сказать, похвалил, так, наверное, похвалил от души. Мне, как израильтянину, кажется, что это очень важно, что ваш посол отметил изменения в характере взаимодействия наших спецслужб. Ну, как говорится, лиха беда начала. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Gordon Shop мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Gordon Shop – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты «Птичье молоко» Gordon в шоколаде, и носки, и зефир Gordon, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Gordon Shop, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Да, это однозначно очень приятно, господин Тамар. Жаль, что все это происходит на фоне действительно кровопролитных войн. Да, и я думаю, что свою лепту в улучшение отношений между Украиной и Израилем и, скажем так, осознание того, что является собой Россия, внес, конечно, и теракт 7 октября. Давайте уже, раз мы заговорили так подробно об Израиле, давайте тогда обсудим вот одну из главных новостей, которые, возможно, вы поможете объяснить нашим зрителям, потому что очень разная информация, я вижу, российские пропагандисты очень радуются этому, что после 6 месяцев войны армия обороны Израиля выходит из сектора Газы, как пишут СМИ, остановились и авиаудары полностью, и боевые действия. И, в общем, злые языки говорят о том, что все это происходит под давлением Соединенных Штатов Америки, что, мол, нашли рычаги давления для того, чтобы Израиль, не закончив сухопутную военную операцию по полному уничтожению силового крыла Хамас, покинул сектор Газы. Помогите разобраться, что происходит на самом деле. Давайте сейчас перечислим факты. Просто сухие факты и цифры. А потом попробуем вместе дать оценку этим фактам, потому что не поставлена точка, а поставлено многоточие. Ну, во-первых, забегая вперед, скажу, наши войска как вышли, так могут и вернуться. И такое уже было, например, в северном анклаве сектора Газы, когда вышли, вернулись и провели блестящую операцию в больнице Шифа. Кстати, между прочим, мне позвонил один мой знакомый, на следующий день после завершения операции полковник ВСУ и сказал в телефонном разговоре, что по имеющимся у него сведениям через его каналы успех этой операции беспрецедентен, с чем он хочет меня как израильского офицера коллегиально поздравить. Ну вот, если в Украине осознали,
что был беспрецедентный успех операции в больнице Шифа, значит, украинские офицеры быстрее понимают происходящее за рубежом реалии, нежели российские офицеры, потому что российские офицеры продолжают нести какую-то ахинею по поводу, значит, там каких-то террористов в тапочках, у них, значит, мы воюем с террористами в тапочках. А вот в Москве теракт это сделал Зеленский лично. Лично. Это не террористы, это лично Зеленский. А Залужный ему патроны подносил, видимо. Из Лондона прилетел. Вот, значит, теперь, вот этот вот момент, что мы можем вернуться в любой момент, если надо будет. Ну и так уж если серьезно, одна бригада-то осталась в секторе Газа, и она несет боевую задачу очень конкретную. Это задача по обеспечению изоляции южного и северного анклава сектора. Теперь. Когда начиналась война, Хамас обладал потенциалом от 30 до 40 тысяч штыков. Почему такой разброс в оценках? Потому что вопрос, как считать. Дело в том, что у Хамаса было 24 строевых бригады плюс бригада Нухба 25-я. Это бригада спецназа. То есть, прошу прощения, извините, 24 батальона плюс бригада Нухба. Я оговорился, прошу прощения. Значит, бригада Нухба уничтожена. И из 24 батальонов уничтожено 19 батальонов. Мы говорим о том, что физически убито порядка 13 тысяч боевиков и около 2 тысяч взято в плен. То есть примерно 40% личного состава, просто они как бы, мы их обнули. Да? Количество раненых, ну просто если мы посчитаем, вот мы выходим на вот эти вот цифры, осталось 5 батальонов, которые засели, через них засели в Рафехе, один рассредоточен, рассеян по территории сектора. Теперь, тут есть очень важный момент. Почему разнятся вот эти цифры? Потому что как мы выходим на эту калькуляцию? Мы знаем общее количество зарплат хамасовцев, которые выплачивались. Мы можем отминусовать из этого количество гражданских чиновников, их цифра более-менее известна. И плюс там остается порядка 5000 полицейских, которые, ну, вот те же самые хамасовцы, только они не сведены в эти бригады, и они, ну, более легко вооружены были. И какая же зарплата, господин Тамар? Вы знаете, не могу вам сказать, не буду врать, я не интересовался этим, какая у них зарплата, не вникал. Вот хороший вопрос, я на досуге проверю, родители. Ну, опять же, понимаете, официальные цифры, они мало интересны здесь, потому что понятно, что, ну, слушайте, при повторном больнице Шифа на территории больницы было найдено наличными 11 миллионов долларов в шекелевом эквиваленте. То есть, поэтому... Ну, говорить о реальных там зарплатах, ну, понятно, что там как бы даже не теневая экономика, она сама по себе, но это же квази-государство было криминально. Там количество наркотиков, которые находят наши военнослужащие, там наркотиков больше, чем песка. Теперь. Пентагон заказал у исследовательской группы Вестпойнта провести оценку действия нашей армии на территории сектора Газа, ну, в разных, так сказать, в разных категориях. Так вот, помимо всего прочего, было определено количество потерь среди мирного населения. Коэффициент потерь среди мирного населения составил 1,5. То есть на каждого убитого террориста 1,5 мирных жителя. Это не просто самый низкий процент. Я просто объясню. При взятии Масула коэффициент был 1:8. Я, знаете, ну, даже представить не могу, какой был коэффициент, например, при взятии Мариуполя или при взятии Грозного. Да, вот сколько там мирных жителей было убито на одного вооруженного защитника. Вот. Поэтому это вот как ко всем этим антисемитским истерикам по поводу того, что мы там занимаемся геноцидом. Геноцидом обычно занимались, вот очень любили в Советском Союзе заниматься геноцидом. Геноцидом чеченского народа, геноцидом казахского народа, геноцидом украинского народа.
геноцидом там, немцев по Волжье. Вот геноцид, не получился геноцид у Сталина, Сталин просто сдох, не успел, но планировал геноцид еврейского народа. Вот когда дело врачей, вот эти вот безродные космополиты, вот это все было, а дальше планировалось геноцид еврейского. Но Сталин подох, как собака, поэтому не успел. А так бы сделал. По геноциду, по вопросам геноцида Сталин был непревзойденный. А теперь, значит, итак, вернемся к сектору Газа. Для того, чтобы завершить военный разгром Хамаса, Израилю оставалось взять Рафих. В Рафиахе скопилось порядка миллиона беженцев. И Хамас очень эффективно прикрывался ими как живым щитом. И дальше началось американское давление на Израиль. Действительно, что американцы согласятся на штурм Рафиаха со стороны Израиля при условии, что Израиль решит проблему этих беженцев. И вот на фоне этих событий вдруг Израиль неожиданно выводит войска. Ну, по меньшей мере, у нас есть три возможных причины, почему Израиль на это пошел. Возможно, Израиль пошел на этот компромисс с Соединенными Штатами накануне широкомасштабной военной операции на севере нашей страны. Возможен такой вариант? Возможно. То есть Израиль пошел на компромисс на юге для того, чтобы получить одобрение от американцев на севере. Это гипотеза, я не говорю, что так, это мое предположение. Второе. Например, началось осуществление сделки по освобождению заложников, и это было первым этапом сделки. Возможно такое? Возможно. Кстати, по этому поводу я отдельно потом выскажу. Извините, господин Тамар, напомните нашим зрителям, сколько примерно остается заложников в руках террористов еще? Вы знаете, речь идет приблизительно о 130 заложниках. И вот как раз в результате вывода израильских войск с территории сектора Газа, ну, частичного, я подчеркиваю, одна бригада там находится до сих пор, мы наконец-то получили косвенно представление о том, сколько там заложников осталось в живых. Потому что вроде бы уже договорились о первом этапе освобождение, по которому Хамас должен был выпустить 40 заложников, которые не являются военнослужащими. И тут выяснилось, что у Хамаса нету в распоряжении 40 живых заложников, которые попадают под эту категорию. То есть Хамас впервые, ведь Хамас отказывается предоставить информацию, сколько там живых, сколько неживых, да? 40 нет. Ну, это была невероятная, жуткая новость для нас в Израиле. Это произошло вот в течение последних суток. Вот. Мы понимаем, что значительная часть этих людей в целом, как бы уже из этих 130, уже не с нами. И я, кстати, между прочим, хочу напомнить, почему в свое время прекращение огня, которое в течение там, 2-2,5 недель держалось, почему оно завершилось когда-то. Да? Вот, если вы помните, примерно через полтора месяца после начала сухопутной операции было прекращение огня. Потому что Хамас должен был освобождать ежедневно 8 наших заложников, и через несколько дней выяснилось, что у него нету в наличии вот 8 живых заложников, которые попадают под те критерии, которые были определены. То есть они отказывались наших военных освобождать, гражданских не было. Они предложили отпустить 6, остальное, значит, какое-то количество тел предоставить. Ну, Израиль на это, естественно, не пошел. И вот тогда возобновилась операция. С тех пор было много чего. Было освобождено 2 наших гражданина в результате силовой операции. Погибло 3 наших заложника, которые бежали и, к сожалению, погибли от огня наших военнослужащих и так далее. То есть после этой истории мы понимаем, что еще большая часть заложников продолжали оставаться в живых. Вместе с тем мы слышим от тех, кто был освобожден, о совершенно бесчеловечных условиях содержания. Мы понимаем, что люди, которые пожилые, ослабленные, хронически больные, скорее всего, вряд ли могли перенести эти бесчеловеческие условия содержания. Их там морили голодом, то есть
в течение очень долгого времени, вот рассказывали там люди, которые выжили, получали в качестве еды пол лепешки и бутылку воды маленькую, там 350 миллиграмм, да. Ну, как вы понимаете, долгое время на таких скудных, так сказать, таких скудных условиях очень сложно под землей прожить, просуществовать. Для этого нужно быть молодым, здоровым человеком. Да, господин вот. Тамар, мы возвращаемся к тому, что обмен заложниками может быть еще одной причиной отвода. Да, и третья причина, ну, прошу прощения, это может быть просто тактический прием. Так как Израиль повел себя в больнице Шифа и провернул потом одну из самых блестящих операций за всю историю войны. Я прошу прощения, в результате этой операции 1000 террористов было либо уничтожено, либо попало в плен. 1000 террористов. И было захвачено, что самое важное, кстати, между прочим, было захвачено огромное количество документации и разведданных, которые сделали возможным официально заявить, что Хамас планировал 7 числа победу, планировал уничтожение нашего государства, как это ни странно вот может показаться, и планировал в качестве одной из своих главных стратегических целей захват атомного реактора в Димоне, о чем я, кстати, сказал сразу после начала войны, что это была их цель, и сейчас это получило официальное подтверждение. Дуже часто питання до мене. Як я став успішним та багатим? Просто я прожив таке життя і отримав такий досвід, який привів мене до того, що я зараз маю, і я дуже вдячний за це. Я впевнений, що кожен, хто прожив би як я і зробив власні правильні висновки, міг би стати таким успішним, як і я. Але щоб отримати досвід Дмитра Гордона, вам не обов'язково повністю проживати моє життя. Я запускаю особисте наставництво «Ближнє коло». Це не тренінг і не навчання. Це відкриття багатьох дверей, які вам здаються зачиненими. Кількість місць обмежена, а учасників я буду обирати особисто через анкету. Це мій практичний досвід та досвід моїх друзів, які ви зможете реалізувати у власному житті та бізнесі. Серед моїх друзів та експертів – неймовірні люди, які багато досягли в своєму житті. Щоб заповнити анкету та дізнатися більше про програму, переходьте за посиланням. Поэтому то, що відбувається, це не признання нами завершення. Это не то, что мы расписались в неспособности уничтожить Хамас. Хамас будет уничтожен. Мы этот вопрос этот рано или поздно решим, но сделаем это так, как нам удобно, выгодно и целесообразно. К сожалению, это не единственная угроза перед нашим государством, которая стоит. И мы будем решать это в соответствии с теми обстоятельствами непростыми, которые вот на Ближнем Востоке, в том числе и по вине Советского Союза-России, имеют здесь место. Друзья, по традиции призываю вас оставить ваши слова поддержки силам обороны Израиля в борьбе с терроризмом. И не забывайте, друзья, что нас смотрит много украинских военных. Слова – это меньше, чем мы можем сегодня их поддержать. Поэтому ваши слова благодарности за защиту, за возможность вот сейчас слушать это интервью, а мне за возможность проводить его. Я тоже от себя, вернее, хочу сказать спасибо всем тем, кто зараз сражается за нашу независимость и свободу. Мы, если мы заговорили о каком-то американской роли, да, вероятной в войне на Ближнем Востоке, честно говоря, много обсуждений очень и беспокойств вызвала публикация Washington Post о том, что из себя представляет мирный план Дональда Трампа для Украины. В целом, Трамп давно говорил, что он за сутки там прекратит войну, да, вроде как у него спрашивали, предполагает ли его план потери Украины, Украины территории или признание оккупированных территорий за Россией. Он говорил, что нет, хотя говорил как-то неуверенно. И вот теперь Washington Post публикует материал со ссылкой на несколько источников, которые подтверждают, что в частных разговорах Дональд Трамп рассказывал, что его мирный план как раз и подразумевает прекращение войны России против Украины.
через процесс, который заставит Украину отказаться от оккупированного Крыма и Донбасса. Этот, значит, вариант, якобы, по версии Трампа, он будет подходить и Украине, и России, потому что обе страны смогут не потерять лицо. Это цитата из публикации Washington Post. Мол, и Россия сможет продемонстрировать достижения, и украинская государственность при этом сохранится. Ну, в офисе президента Украины, конечно, возмутились такой идеей, если это окажется правдой. Однако, как вы считаете, да, вот... Может ли такое произойти, что при смене администрации в Соединенных Штатах Украину будут толкать именно по этому сценарию? Ну, давайте переведем на, так сказать, на более на понятный русский его слова. То есть, что он предлагает, по сути? Он предлагает выход к границам 24 февраля. Да, то есть русские отводят свои войска, а Украина признает то, что вот они завоевали до того, да, в 2014 году. Российской территории. Да, вот такой вот компромисс. С точки зрения американца, ну, для американцев же, как бы, ну, одной из основ их цивилизации является понятие бизнеса. С точки зрения бизнеса это понятная логика. Каждая страна идет на уступки, вот приходит к какому-то компромиссу. Я хотел бы посмотреть на Трампа, если бы он торговал американской территорией. Одним сантиметром. Вот. Вместе с тем я хочу сказать, что я как раз, вот, я не политик, я не президент США, и я не кандидат в президент. Но исключительно с военной точки зрения, и я об этом говорил и год назад, и два года назад, и я говорил о том, что призыв Зеленского к выходу к границам 91 года с военной точки зрения является реальным. Я говорил о том, что Крым в связи со своей чрезвычайной стратегической уязвимости является возможным для деоккупации, а вот Донецко-Луганское направление является менее перспективным по чисто военным причинам. Но если Трамп так хочет закончить войну, а ему не приходило в голову, что проще, ну, например, взять и передать Украине 500 старых абрамсов с консервацией снять, вот этих вот старого поколения, ну, просто 500 танков старых, которые никогда Америка не будет использовать ни при каких обстоятельствах. Они стоят на консервации в пустыне. Ну и, допустим, штук 50 установок Патриот. Даже не прошедших модернизацию, а вот устаревших. Ну, вот просто взять, передать Украине. Американцы никогда их не будут использовать. Они вот как хлам у них стоят. Украина даже посчитала, что нужно даже не 50, а всего лишь 20 будет пока достаточно. Ну, давайте так вот широкими мазками рисовать картину. Ну вот, или там, допустим, штук 300 стволов гаубичной артиллерии, устаревшие, с каких-нибудь 70-х, 80-х годов. Тем более, что сейчас вся западная армия, вот все армии НАТО, ведущих стран, перевооружаются на суперсовременные. Ну, можно было бы тогда решить этот вопрос за месяц-полтора активных боевых действий, я думаю... Просто русская армия перестала бы существовать, как и все. А не думал Трамп, что вот так тоже можно войну закончить? Я вот все время говорю, что меня очень смешат люди и в Израиле, и в Украине, которые связывают победу или не победу в войне, неважно там с каким противником, с личностью того или иного президента в Америке. Слушайте, евреи и украинцы, а вы не пробовали рационально себя вести, там лучше воевать, лучше работать? Не надо надеяться, что вот какой-то дядя там в Америке придет и все разрулит. Но надо иметь возможности, инструменты и навыки давления на этого дядю, используя те обстоятельства геополитики, которые сложились вот в данный конкретный момент. Я не знаю, как будет себя вести Трамп, я не знаю, как будет себя вести Байден, и никто не знает. Потому что, как показывает история Соединенных Штатов, всегда, когда президент выходит на второй срок, он ведет себя совершенно не так, как он вел себя во время первого срока. У него совершенно другие цели и задачи. Поэтому вот эти вот рассказы там
поборников Трампа, которые бьются в истерике, при слове «Трамп» у них начинается подучие, и то же самое там поборники демократической партии, и они начинают объяснять, что там Трамп будет для Украины очень хороший, нет, Байден, он будет замечательный, или там для Израиля. А вы что, пророки? Вы знаете? Я не знаю, кто будет лучше. Я не знаю. И мне начинает, когда я это говорю, у людей начинается истерика, ах, он левак. Да я не левак, я просто правду говорю. Никто не знает, никакой будет Трамп, никакой будет Байден. Но это не важно. А что, если Трамп будет плохой или Байден плохой? Нужно капитулировать. Мы можем побеждать только с хорошим президентом. А с плохим президентом мы не можем побеждать. Мы как бы что, марионетки президента? Украина, Израиль, да нет. Это два народа, две цивилизации, самодостаточные, у которых есть свои там, цели, задачи, понимания. И в такой ситуации американцы, они союзники, очень важные, необходимые, но всего лишь союзники. Они не определяют. Да? И в данном случае у Украины как раз-таки намного больше свободы для маневра, чем у Израиля. Потому что у Израиля, кроме Америки, других союзников нет. А вот у Украины, пожалуйста, у Украины очень много союзников. Великобритания, могущественный союзник, Франция, Германия, другие страны. Вот и прошу прощения, я вот сейчас неправильно сказал. Есть еще один союзник у Израиля. И у Украины тоже вот есть. Маленькая, но гордая Чехия. Вот все сказали нет снарядов, а Чехия сказала, а мы найдем. И нашли. Вот все государства отворачиваются от Израиля сейчас, а Чехия сказала, а мы перенесем посольство в Иерусалим сейчас, потому что мы считаем, что это правильно. Вот, поэтому я был немножко несправедлив здесь по поводу союза. Вот. А может быть, нам нужно просто пересмотреть наши отношения? Может быть, нужно стать союзниками по отношению друг к другу? Если мы объединимся, может быть, у нас сразу улучшится, если спина к спине встанем, может быть, сразу улучшатся геополитические возможности, если мы объединим ресурсы? Может быть, иначе для нас Запад будет смотреть? Вот так. Вот не приходила в голову такая мысль нашим политикам? Мне кажется, в этом есть определенные перспективы очень интересные. 100%, господин Тамар. И спасибо вам за правильный акцент. Еще одна новость, связанная с Соединенными Штатами, раз уж мы Байдена сегодня вспоминали. Россияне, видимо, решили, что... Ну, ФСБ решила, что как бы мало к теракту в Крокус-Сити-Холле приплести Украину, да. Кстати, я вот честно говорю, мне сейчас так как-то вот всегда смешно наблюдать за попытками ИГИЛ доказать, что это они совершили теракт. Они постоянно публикуют, в общем, новые какие-то фотографии. Иранские медиа распространяют какие-то интервью с террористами. А им никто не верит, понимаете? То есть все лавры... как бы, да, условные, все лавры Украине отдаются, потому что вся пропаганда российская работает именно на это. И вот сегодня же появилась новость, мало того, что сегодня появились кадры новых допросов вот этих задержанных таджиков. Да, главный... Еще раз, господин? Да-да, не хватает главной улики. Я говорю, не хватает главной улики, но она будет найдена. Коран на украинском языке. Да, да, я же говорю, еще вот визитка Бабудановой, Коран на украинском языке, и вообще было бы замечательно, да. Однако, мы помним, как эти таджики не разговаривали вообще на русском, им там в суде нужен был переводчик, а потом после, значит, пыток через гениталии током, после отрезания уха и проведения, видимо, каких-то пыточных действий, сегодня они уже более-менее связанными какими-то предложениями рассказывают о том, что да, ехали в Киев, да, им обещали по 1 000 000 рублей в Киеве почему-то, да, не куда-то перевести, а вот именно наличкой в рублях в центре столицы украинской. Какой-то заказчик по имени Сайфуло, значит, у них был связной. Ну, в общем, там какой-то абсолютный бред, но да, мы к этому привыкли уже. Но добавилось же еще один новый факт добавился, что теперь Следственный комитет оккупантов обвиняет компанию «Бурисма», это украинская компания, в финансировании терактов на территории России. Но что интересно в этой компании, да? Это же компания, в которой работал сын Байдена. И, видимо, то есть вот таким образом они пытаются еще и Байдена сюда привлечь, видимо, желая таким образом помочь Трампу. Иначе я не знаю. Ну, в общем, уже не только украинцы, уже американцы. То есть кто угодно... только не ИГИЛ и только не бессилие российских спецслужб. Я правильно понимаю? Ну, вы знаете, я могу ответить. Вот, вы перечислили, ну вот,
такие какие-то вот штрихи бреда, что я могу ответить, ну, уже я отделал один раз это в нашей передаче, ну, и просто, ну, классика, она же поэтому и классика, что она не устаревает. Я могу ответить только цитатой из песни Высоцкого. «А за это, друг мой пьяный, — говорил он Эпифану, — будет деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Враг не ведал дурачина, тот, кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин». Так вот, понимаете, в чем дело? На самом деле для Украины в этой во всей истории есть одна хорошая новость. Ну, если можно говорить про хорошие новости на фоне 200 сгоревших заживо людей, как бы, да? Вот. А новость заключается в следующем. Российские спецслужбы продемонстрировали свою полную несостоятельность и неспособность бороться с реальными врагами. Российские спецслужбы могут бороться со студентами и бабушкой-пенсионеркой, которые бросают в них пластиковые стаканчики, и с придуманными вымышленными врагами. Вот с этим, с фашистом Акуниным, с фашистом и террористом Акуниным, да, с боевиком ИГИЛа Гарри Каспаровым, да, вот, вот с такими вот персонажами, да, они могут, там, с Кащеем Бессмертным, да, они очень хорошие. А с реальными террористами не бороться не мог. Ну, я бы на месте ваших спецслужб делал бы вывод, что настал момент действительно показать российским гражданам, как горят склады с боеприпасами, оборонные заводы взрываются, как раздаются хлопки в военных портах, на стратегических аэродромах, на полигонах. Ну, вот такие вот объекты, мне кажется, нужно вот начать по ним работать активно, раз мы видим весь уровень бессилия российских спецслужб. Да, и... не все же им новичком травить людей за рубежом. Да, и мы помним, что обеспечить безопасность они не могут, в общем-то, не только в Подмосковье и в регионах, приграничных с Украиной. Мы помним, как отвечал Соловьев белгородцам, которые призывали власти помочь им. Он говорил, ну, там, заткнитесь, твари, значит. А сегодня буквально появилась новость от губернатора Белгородщины о том, что те трактора и сельхозтехника, которая не будет защищена от атаки дронов, то есть если тракторист специально сам, значит, не обделает свой трактор каким-то железом, не обошьет его, значит, или какую-то технику свою не обошьет какими-то плитами железными, то компенсации за повреждение этой техники не будет. Говорит, что пора брать инициативу в собственные руки и самим защищаться, самим сбивать беспилотники, которые летят по территории Белгородской области, и, значит, защищать собственные жилища, защищать технику. То есть вот какая рекомендация от центральных властей, да. Нет, а это пусть они у израильских кибуцников возьмут уроки. Наши пожилые вот пенсионеры-кибуцники охотно поделятся опытом. Мы же евреи учим всех, кого не попадя, ну, иногда себе во вред. Вот пока наша армия не сбросила вооруженные советской техникой сирийские войска с голландских высот в 1967 году, то наши кибуцники вот по берегам Галилейского моря, озера Кинерет, оно же, пахали землю на тракторах, вот как раз обшивая их железом в брызгасках, потому что с голландских высот прямой наводкой расстреливали наши кибуцы, вот эти вот доблестные сирийские воины, вооруженные прекрасным советским оружием, пока мы не отхлестали по щекам советскую империю, не посрамили их оружие устаревшим французским в 67-м, да, вот новое советское, мы устаревшим французским посрамили. Вот я напоминаю сейчас вот этим вот всем квасным патриотам, мы вас били в 67-м, мы вас били в 71-м, мы вас били в 73-м, вот суньтесь и сейчас так отхлещем по щекам, только перья полетят.
Прекрасный финал, господин Тамар. На сегодня будем ставить троеточие. Друзья, сегодня хоть и мало тем обсудили, но зато очень глубоко и предметно. Я уверен, вам, как всегда, было интересно, потому что никто лучше не рассказывает о ситуации на Ближнем Востоке и в целом так с юмором и глубоко не комментирует темы, в том числе войны России против Украины и других войн, которые развязал путинский режим, а до этого советская Россия. Спасибо. Офицер армии обороны Израиля, бывший сотрудник израильских спецслужб, военный историк Григорий Тамар сегодня к нам присоединялся. Благодарю вас. Всего хорошего, я желаю вам победы. Благодарю, сил вам и мужества также. Друзья, обязательно подпишитесь на YouTube-канал Григория Тамара, ссылку найдете в описании. Также поставьте лайк этой беседе, и Дмитрий Гордон, Олеся Бацман в гостях у Гордона для того, чтобы не пропускать новые встречи с господином Тамаром. До новых встреч, до свидания. Всего хорошего.